Точно? Там же нет никакого. Так там, но он в дом забежал. Вон он. А ты... Сука! А ты его убил? Вылазь, поднимай меня, ты убил его, ты убил его. И ты его убил. Чё это такое? Ты, я, блин, надеюсь, ты это снимаешь, не? Да, я успел нажать. Как блин, что это? Где он? Ты его где-то, а он пустой в любом случае. Да, ну понятно. А, вон он ползает, он ползает, добить надо. Он с кем-то в скваде, я не могу встать. Все, добил. Жесть, это жесть, что это было вообще? Ты посмотри на это безумие. Все снимаем. Да? Ладно, да. Я бы тебе показал, что с ней творится, что показывается у меня. Мамочка. Зона. У нас мотоцикл рядом, не волнуйся. Машина вообще колбасит, вообще она просто тусуется. Подняли, 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 снимай. А, да, да. 12. Боже мой, что тут творится? Ты бы видел, что... У меня показывает, она прям... Не, я не могу, слушай, подними меня еще раз. А это не машина для меня, меня, по-моему, машина убивает. Ну, скажешь, какие-то здания есть, так что они там топают. Это они сюда никак не попадут, тупо. У тебя нет оружия, ты просто сидишь с руками. У меня так показывает, что у тебя оба оружия сразу. Не, у меня МК в руках. Блин, попробуй бондик запусти, скажи, если что. Да, да, все запустилось. Я просто сидишь пальцем таким. У тебя запустилось? Да, да, да. Что за мной не прет никак? Подожди, она скоро поделает. А, слушай, на таком расстоянии, наверное, вектор будет эффективнее. Я летаю, я застрял в трубе. Неплохо. В смысле, как? Я не могу сорваться, я могу... Кстати, а что если я всю игру на парашюте провешу? Я не могу с него с этого отцепиться. Слушай, он так ножки... Типа, и очков не дадут, а то, что ты ничего не взял, ничего не открыл. Не выстрелил, не раз. Да, наверное. Я в прошлый раз-то брал... Свои вещи снял и снова взял. Ну да. Вот. А сейчас не могу. Я застрял конкретно. Что если я отрежу прям вот так поперевшись? Оп. Нет! Ох ты как получил. Ну все. Залез? Да. Я тут отсиживаться буду. Давай, а что по зоне? Сейчас. Блядь. Откуда стреляет? Откуда-то с поля очень далеко. О, снимает отлично. Ну давай, чел, постреляй. Смотри, видишь? По тебе. Вот смотри, все. По голове, да, фига. Все меня. Ах ты ебаный читер. Слушай, пусть он убьет, сейчас репорт просто напишем. Не-не-не, давай. Не поможет. Он где-то... Блять, я не помогаю. Очень далеко. Тебе надо просто уезжать. Нет, ты не сможешь уехать, тебе сразу в голову сейчас прилетит. Опа. Не понял. А это ты откуда будет рядом? Я знаю. Чё это с ней такое творится? Ну, она просто скатилась, Павлик, тут третий шлем. Интересно, она меня убьет, если я... Поднимет. Да, да. Почти. Третий шлем нужен тебе или нет? Возьму больше без него. Нет, она просто тут. Тебе третий шлем нужен или нет? Да, да, пожалуйста. Сейчас я подняю поползу. Экспериментатор, блин. Паблик и рубрика эксперимент. Ты видел, что она творит? А, все, жива. Интересно, у меня это осталось еще или нет? Да. Ты видишь это? Да. Там и мусор висит тоже. Бред какой-то. А теперь смотри. Вот тупость. Ну это они, наверное, потом устранят, да. Если зона на меня будет... Я сюда. Вот через сразу же тут не увидишь меня. Хоба. Я ну даже да. Ну-ка стрельни по... Вот да. Понятно. Ага. Не-не-не.
Подожди, двое? А, ну да, сквад. Не надо. Пусть возьмут машину. Пускай, нет, пускай убегают. Не пались, это слишком. Не пались, да. Пусть все уезжают. Не надо. Тихо, не надо. Он сам подозрел. Нельзя пойти на транспорт. Да? Настолько все серьезно? Я должен его управлять, но он не поднимается. Ты не можешь сесть с него? О, есть. Фух. Блин, что? Я готов. Там у тебя анимация, что ты держишься за что-то. Да, я вижу. Сейчас я тебя подниму, чувак. Я вылезу. Не понял. Очень прикольно. Охренеть! Он меня плевуху дал. Слушай, ты какой-то неправильный мой тебе дал. Конечно, может теперь. Все, он пассажирский место. Блин, он меня убил. Чёртов мотоцикл. Я с него слез и завис на нем. Кусок говна, блин. Я живой. Мне даже здоровье не потратило. Игра издевается. А зона там далеко? Нет, подходит. Но мне здоровье почему-то не потратило. Я взорвал машину. И меня зажало. А, я сейчас от падения умру. Короче, вместо вида третьего лица появляюсь я в ноги смотрю, то есть от пяток. Поехали. С другой стороны можно так 4, да? Нет. Короче, я не могу поставить вид от третьего лица вообще. Так, сейчас где-нибудь тут подфилимся. Да боже мой, придется от первого лица игр. А, я оружие не вижу, прикинь, или его нету? Нету. Короче, я немножко, получается, читерно буду играть, я вижу сквозь склоны. Так, сейчас, секунду, что-нибудь сладенькое въебу, а ты еще помру. Я вижу через текстуры. Ну как через текстуры? Как это сказать? Я вижу это под землей, получается. Море вижу. Скалы под нами. Давай-ка я энергетик скушаю. Слушай, а как... О, блядь, аж записывал. Как мне туда стрелять? От первого лица чисто, да? Ясно.
Погнали. Я не могу вести, у меня капец. Сейчас вот сюда сейвы поскочим. Ты видишь это? Да, вон рядом с аэром в дыму гоняет. Смотри, там машина взбесилась. Нет, бьется об... об забор. А, тут кого-то убили на нем. Да, он, наверное, просто въехал в забор и застрял там. Не садим? А, нет, да, нет. Это быстро. Это... Ой. Нужно. А ты видел? Сколько?